Спустя несколько лет Акылбек Жеменей наконец-то решил собрать урожай своего красного урюка. Певец приступил к съемкам клипа на свой хит 4-летней давности «Кызылөрік». Неожиданно, но в этом певцу помогает некий кубинец Исаак. Сам Акылбек явно не считает, что немного припозднился со съемками и выкладывается перед камерой на все 100%. Сами убедитесь. Правда, мы опасаемся, что урюк короля Тоев уже давно стал курагой. Тем не менее, будем ждать, что же у него в итоге получится.